Друзья, у нас сегодня танк. Танчик в хорошем понимании этого слова. Комплектация VX, Land Cruiser сотка. В рестайлинге всего было два рестайлинга. Это у нас 2004 год, V8. Крузак сотый пришел на смену 80-й серии, которая за годы эксплуатации продемонстрировала свою исключительную надежность. Так что всемирная популярность сотой версии во многом была обязана предшественнику. Он не только сохранил все достоинства своего предшественника, рама, надежная подвеска, двигатель, но и стал значительно безопаснее и комфортнее. Тут вот чувствуется вес даже. Металл то, что надо. Это из разряда те Тойоты, которые Тойоты. Можно отдельную рубрику заводить, назвать ее те Тойоты, которые Тойоты. Ну, все как обычно, да, у владельца атрибуты. На всякий случай деревяшка. Здесь, ребята, место вообще комментировать, по-моему, не стоит. Да, это вы сами видите. Здесь просто может, наверное, еще спокойно три человека поместиться. То есть здесь все, наверное. Я не знаю, что даже можно перечислить, что из бытовых нужд сюда может не уместиться. То есть здесь можно перемещать все, что угодно. Значит, друзья, комплектация здесь VX, вы видите. Это бензин у нас 4,7. Опа! Друзья, ну здесь вот такая довольно спартанский дизайн, надо сказать, отметить. Но здесь вот все есть на самом деле. То есть здесь, знаете, как по аналогии даже с Камриухой. Я что-то такое вижу, какие-то общие черты. Да. Старая обработка, да, вот элементы декора под дерево, вы можете видеть. Да, кому-то это не нравится, а мне нравится. Автомобиль надежный, сделан из такого металла, который даже вот 2004 год, автомобиль практически без каких-то рыжиков, пыжиков, там с ним вот все нормально, все отлично. Здесь у нас климат стоит, ну, сейчас заведем, давайте. Вот этот звук, я просто прусь от него, когда он заводится. Такой звук он издает, особенно снаружи. Ну, просто сердцу приятный. Друзья, здесь стоит климат-контроль уже. То есть, вот он полностью нафарширован. Ребят, карабас здесь стоит уже пятиступка. Понижайка, повышайка, это понятно, режимы. Здесь ручничок стоит. И уже в рестайлинге этой модели достался оптитрон. Такой симпатичненький, красивый. Ну вот классно. Здесь внутри вот просто, знаете, как душевненько. Так получаешь удовольствие. Место, конечно, здесь во. Место и на заднем диване полно. И спереди тоже его очень-очень достаточно. Бардачок большой. То есть, несмотря на годы, знаете, вот да, даже после современных автомобилей сюда присаживаешься. Здесь очень комфортно. Да, вот у нас режимы. Здесь электропакет, кстати, да, вот в этой VX электропакет. Полный, как называют его. Здесь у нас вот, да, два режима памяти. Ну, на сиденье предполагается, да, на двух человек. Но, как правило, на этом автомобиле ездит один. Это, знаете, один для более, наверное, так, свободной какой-то позы. Второй там, может, для другой, да, для динамической езды. Этими автомобилями там не пользуются, как правило, много людей. То есть, вот автомобиль для души, я бы так сказал. И, естественно, для езды по пересеченной местности. По городу на нем тоже приятно ездить. Но все же, конечно, это автомобиль мощный, который очень плавно берет все ямы, все вот и по сугробам, и по полю. Он очень мягкий. На нем ездить по пересеченной местности это одно удовольствие. Друзья, по рулю вы видите, что уже с него вывели управление. Здесь кнопочки поставили. Здесь у нас стеклоподъемники. То есть все стандартно, но в то же время удобно. Ну, понятно, да, под дерево вставки.
Мне что-то, я не знаю, некоторых они раздражают, я к ним абсолютно нормально отношусь. И здесь у нас уже круиз стоит. Сейчас выйдем мы, посмотрим, откроем капотик, по двигателю поговорим. Ребят, 4,7 литра, двигатель 2 UZFE. Выпускался, кстати, этот двигатель с 98 по 2012 год, что уже говорит очень о многом. То есть очень длительный период его выпуска, и на самом деле у этого двигателя минусов практически никаких нет, за исключением одного, друзья мои. Жрет он, конечно же, не в себя. Ну, слушайте, здесь обмана никакого нет, вы заранее знаете, что вам предлагают и что вы берете. Это не тот случай, когда, да, вы берете движок, а он там разваливается, куча сюрпризов, что-то лезет, вылазит. Он вот действительно очень надежный, этот двигатель. Он показал себя на всем периоде эксплуатации как супер надежным, я бы так сказал. Масло, кстати, он не подъедает, у него никаких нет болячек, он вообще практически идеальный. Ресурс, который здесь заявлен по нему, примерный, ребят. Ну, конечно, мы говорим о примерном. То есть примерный ресурс здесь полляма. Но при должном уходе эти двигатели выхаживают спокойно под лям, то есть совершенно спокойно. Масло 5W30. Ребят, подвеска впереди стоит независимая, сзади же она зависимая на пружинах, но с переработанными точками крепления рычагов. В результате крузак 100 обладает отменной плавностью хода, что добавляет ему еще более, я бы так сказал, больше преимуществ. Потому что вот он даже какие-то ямы, такие, знаете, неровности даже в черте города, то есть, понятно, дороги есть разные, очень плавно берет на уже приличной скорости даже. И, друзья, хочу обратить ваше внимание на автосервис, специализируется он по японцам, называется Dream Auto, контакты будут в описании. По условному промокоду, паролю скажете им Евгений Рублев, получите бесплатную диагностику и скидку 20% на все виды ремонтных работ. Ребят, ну место вот сзади, видите, обалденно. Обалденно, что-то наподобие. То есть очень удобный салон. Вот здесь даже под стаканы все это стоит. Место полно для ног, очень удобно сзади. И диван вот очень удобный. Очень удобненько все. Ребят, по дорожному просвету здесь дофига и больше, реально. Ну, заявлено 240 здесь. Ну, вот здесь, конечно, можно и по полям, и как угодно ездить. Это не легковая вам. Здесь получать удовольствие именно по бездорожью. Автомобиль предназначен, по сути дела, для бездорожья. Ну, условно говоря, для бездорожья. Понятно, что убивать его и пахать на плугу не надо. Но, тем не менее, даже зимой в городских каких-то там, знаете, режимах сугробов, неубранных дорог, на нем позажигать по сугробам одно удовольствие. Ребят, вот еще прикольный воздуховодик такой, смотрите. Класс просто. Он стоит прямо, получается, посередине. Вот. Холодно, тепло. Обдувает туда, можете на ноги, можете, поняли куда, но очень удобно. Ну вот, по состоянию, видите, так еще более-менее, можно сказать. Ну, все-таки годы. Да, и вот задняя крышка, да, вот у них это владелец даже говорит, это минус. Это есть такое, в принципе, с годами. Ну, с годами, что вы хотите. То есть вот здесь вот в некоторых местах бывает, вылазят рыжики. Но он ее делал, у него вот здесь вот было. То есть заднюю крышку он делал.
Ну вот здесь пластик у нас идет по бокам, защитный такой. Но на самом деле эти же машины берут для того, чтобы получать удовольствие и ездить просто на них там. Да, это мы там владельцы легковых все время трусимся, бегаем там, где бы шо бы. Ну, на ней выезжают и на природу, и в лес, где угодно. Здесь вот, вот так пальцем делаешь по фаре, обалдеть. Такое впечатление там непонятно вообще какой толщины. Сюда не то, что... Я думаю, что сюда камень попадет, ей ничего не будет вообще. Это реально. Такой глухой звук, просто балдеж. Д. И погнали. Зум, зум, зум. Ой, блин, класс. Ну, звуки, понятно, есть. Но зато мягко. Вот это стучит крышка багажника, да, получается? Да, сзади обшивка. По ходовке ничего такого. Ну, тут ямы. Да, вот по ходовой она классная. Вот просто ты этого даже не ощущаешь ни в руле, ни в сиденье, ни в педалях, нигде абсолютно. Сейчас просто выезжать на пробки, в город, кругом пробки. Прием супер. Это у нее получается, у нее по тех данным, у нее разгон там 11,2 секунды. Ну, чего вполне для такого танчика, я считаю, то есть с головой. Даже вот такая динамика для такого тяжелого автомобиля вполне достаточно. Ну, сейчас, может, где-то выскочим тогда, да, там на дорогу еще посмотрим. Сидишь и тут ощущаешь себя просто королем, да, за водительским сиденьем очень удобно. Крыша Мерседеса на уровне почти этого. Ну да, так вот. Видно все, по крайней мере. В пробках удобно. Единственное, переезжать нельзя пробку. Так, то есть вообще по ходовке ничего не делалось. А сколько она уже у вас? У меня год. За год ничего, да, не делали? Ну, колодки только. Я же... Ну, колодки, да. Это вещь нужная. А масло 5W30 или какое сюда льют? Не скажу даже. 5W30 ей. Да, в принципе, здесь оно одно идет. Да, расходик здесь, да, приличный. Но это вот сейчас 15,6. А вообще получается сколько? 22 реально хавает она? Ну, 20-ку точно уплевывает. 20-ку уплевывает. Ну, говорят, что около 22, так. Ну, смотря как, конечно, и где ездить. Если в режиме трассы, может, или смешанного, оно чуть поменьше. И пятый, да, обычный сюда? Да. Пятый обычный. Да, вот так вот. Даже RAV4 спереди стоит. Он кажется низеньким. RAV-чик кажется по сравнению с этой. Ну, вот. Да, как раз позиция глаз где-то так. За пассажирским сиденьем. Высокий автомобиль. Топтитрон прикольно так виден. Да, и здесь получается у нас два этих козырька. Вот так. Прикольно закрыть это все. Ну, вот ямы здесь. А ну поднажми чуть. Ух. Ну, для такого танчика. Катарама, мы просто не чувствуем это разводное. Да, да, да. Для такого танчика вполне. Друзья, с нами был крузак Сотка. Всем удачи, добра, пока.